Офигенный офис, Хуан. А, гордость, Либертад! Хочешь, чтобы я сделал тебе лучшее супремое оружие? Тащи мне обедненный уран. К счастью для тебя, Кастильо заныкал свои запасы у самых больших пушек на острове, зениток. Когда раздобудешь драгоценный уран, приноси в мой офис или одному из моих помощников. Если захватишь базу FND, кто-нибудь из команды Хуана одарит тебя особым снаряжением. И не забудь, выше ранг – больше привилегий. Когда Клара расщедрится и повысит тебя, мы тебя снабдим снаряжением получше. Готовь денежки. Даже во время революции у всего есть цена. И еще совет, как повстанец повстанцу. Начинай уже веселиться. Умри с улыбкой. Ты вернешься. Все возвращаются. Вернешься на Сантуарио, поищи пушки, боеприпасы и бойцов. Кастильо растерян. Используем это. Добро пожаловать в Либертад. А куда торопиться? Потом свалю. Смешно. Ну что, освободим Яру? Кастильо держит Яру в кулаке. Его методы военщины, рабство и кровь. Столица его крепость. Отвоюем Эсперанцу, отвоюем Яру. Чтобы ослабить Кастильо, нужно в первую очередь атаковать военные цели вроде КПП и баз ФНД. Но важнее всего окружить Эсперанцу и загнать Антона туда, как в клетку. Для этого надо совершать операции, которые объединят революционеров и сделают Либертад сильнее. И Либертад нужна поддержка трех групп повстанцев. Каждая из них пытается уничтожить часть империи Кастильо. И везде во главе стоят его приближенные.
В Элесте не осталось ресурсов из-за иностранных компаний вроде Маккей Индастрис. Конвой с отравой Кастилю в этом регионе обороняет адмирал Бенитес. Но с помощью легенд 67-го мы можем изменить ситуацию. Они прячутся в джунглях, что покрывают самые высокие горы в Яре. Их величайший боец, Эль Тигре, готов помочь тебе привлечь их на нашу сторону. Есть еще Валье де Оро. Это не только центр индустрии Вивира, но и кузница пропаганды Кастильо, которой управляет министр культуры Мария Маркесса. Я знаю людей, которым можно поручить контрпропаганду. Максимас Матансас. Они были настоящим голосом протеста и смогут мобилизовать несогласных на борьбу за дело Либертат. Они залегли на дно, но их видели в форте в Баласеросе. Нужно найти их раньше, чем солдаты Кастильо. В Мадругаде всем заправляет племянник Кастильо Хосе. Он заставляет изгоев выращивать отравленный табак для производства вивира. С ним ведет войну семейство Монтера. Они не любят гостей, но я знаю механика, который работает в Коста-дель-Мар. Его зовут Фили Барсага. Он может свести тебя с Монтера. На твоем месте, Дани, я бы начала с Мадругады. Если захватить плантации табака, то производство вивира остановится. Только найди механика, Фили. Я буду здесь, координировать атаки Либертат против Кастильо по всей Яре. Значит, мне одному нужно убедить всех их присоединиться к нам? Как? Просто. Помогай им. Всем, чем сможешь. Отправлю бойцов, назовут захватчицей. Разведчиков посмеются. А ты, мой лучший воин, можешь помочь им без этой канители. Либертат возьмет столицу, мы чикнем Антона, глотнем его крови и все такое. Да, не надо размяться. Слава Либертат, хефа. Да-да. Сильнейший воин Клары, это ты... Ты не понимаешь. Так поясни, Хуан. Клару выдает манера речи, она ведь из богатой семьи. Семьи истинных иранцев, понимаешь? Она сражается, страдает и веселится вместе с нами. Но прошлое все равно никак не скроешь. Ну а я-то тут при чем? А ты сирота, Дани. Ты никто. Ты напомнишь повстанцам, что нужно заняться делом, а не политикой. Клара меня использует. Си. А ты используешь ее. Хочешь убить Антона? Си. Освободить Яру? Еще бы. Но мы с тобой оба знаем, что тебе нужно сражение. Ты повстанец, а для таких людей бешеный стук сердца, когда ты в засаде, запах серы, жгущей ноздри, это... Весело. Не бойся, я никому не скажу.